Наши местные власти ведут карантин из-за коронавируса. Вы знаете, я немножко взволнованная. Взволнована, но я думаю, что режим самоизоляции будет. Я считаю, ведут. По какой причине? Ну, увеличивается количество заболевших. По этой причине, наверное. Ну, я думаю, что, наверное, да. Потому что везде объявления, маски, без масок нельзя и все остальное. Считаю, что нет. Почему? Может быть, посчитали, что это не настолько эффективен. Не знаю, но я думаю, что не ведут уже. Потому что экономика у нас чуть-чуть это там. Люди тоже бедствуют. Ну, невеста тут, командировку. Сегодня ведут. А по какой причине? А говорят же, не будет второй волны. А если его ведут, как вы его переживете? Ну, как и ведут, значит, будем стараться сидеть дома, в общественных местах, маски, подальше друг от друга. Время непростое, но как-то переживем, будет очень грустно, одиноко и все остальное. Это тяжело, да, но я пенсионерка, но мы вот с мужем дома. Это я вот приехала в налоговую инспекцию, а так мы дома аккуратно все соблюдаем. Нормально, так же, как и первую. Надо так надо.